Привет любителям вкусной домашней выпечки. Готовим сегодня слоеные булочки, печенюшки с начинкой разной и разноцветной. Отличный снэк, завтрак для всей семьи. Если вам понравилось, оставайтесь, все будет легко и просто. А такая выпечка у вас легко получится из слоеного магазинного теста. Если вы будете иметь фрукты в наличии, у меня манго, яблоко и хурма. Нам нужно будет одно яйцо, нам нужно будет какое-то варенье, если вы собираетесь использовать варенье, и цинамон для выпечки с яблоками. Пусть у вас будет под рукой немножко муки, вдруг вам придется присыпать стол для разделывания теста. Ну и сахарная пудра нам потребуется, если вы любите притрухивать свою выпечку сахарной пудрой. Для начала разрезаем наше тесто на квадратики. Берем варенье и ставим небольшое количество на серединку. Края промазываем взбитым яйцом. И заклеиваем, как пирожки. Потом это все делаем в виде кружочка, приплюскиваем и ножом разрезаем со всех сторон, но не до конца, до середины. С этой стороны, с этой стороны. Потом еще раз. Потом вот эти лепесточки вот так выворачиваем между собой. Вот так вареничком вверх. Получаются вот такие вот цветочки. И эти цветочки мы выкладываем на противень, который мы застелили пергаментной бумагой. По углам. Вот таким вот образом. И на серединку ставим фрукт. Не обязательно должен быть манго. И заворачиваем его так вот цветочком. И отправляем в духовку на 180 градусов на 20 минут. Наша красота. Для выпечки из яблок нам нужно сахарную пудру смешать с корицей. И в эту смесь мы будем обмакивать наши яблоки, которые мы нарезали вот таким вот образом. И выкладываем на наши половинки. Накрывать наши яблочки мы будем другими половинками, которые разрежем вот так вот небольшими полосочками в шахматном порядке. Вот так вот. Чтобы у нас получились вот такие вот дырочки. Будем накрывать наши яблоки. И, чтобы было красивее, проделывать вилкой. Готовые наши пирожки также можно посыпать сверху тем же цинамоном и сахаром. И в духовку
на 20 минут, 180 градусов. А вот вам еще один способ сделать интересный пряник, интересную выпечку. Просто на листочек квадратный выкладываем таким вот образом цветочек. У меня это цветочек из хурмы на 20 минут. Сахар у меня коричневый. А вот и выпечка наша уже готова. Вот такие у нас розочки получились. Вот такие у нас получились цветочки. Выкладываем все вот сюда вот на тарелку. И вот такой вот получился с хурмой. Все это выставляем сюда. И кому нравится, можем все это посыпать сахарной пудрой. Всем приятного аппетита! Пока-пока!